35% опрошенных нами женщин на 8 марта хотят получить букет цветов. Особенной любовью пользуются тюльпаны. 12,5% представительниц прекрасного пола не отказались бы от нового платья или туфель. 11% опрошенных обрадуются косметике в качестве подарка. 47% опрошенных женщин хотят спокойствия в душе. Участницы онлайн-опроса добавляют: в честь праздника хорошо бы мужчины взяли на себя все домашние дела, а жен отпустили на девичники. Ну, стандартные подарки – это, конечно, цветы, а так, даже не знаю, может быть, чтобы мои дети, которых у меня пятеро, спели мне вместе какую-нибудь весеннюю радостную песню. Любовь, радость и счастье. В материальном плане, ну, будет здоровье, а заработаем сами. Наверное, стабильность, чтобы была в жизни, в нашей, у всех. Здоровье, чтобы было. И, наверное, чтобы было спокойно жизнь. Это самые, наверное, важные подарки в нашей жизни. Ну, цены, чтобы были стабильные. И спокойная жизнь – это, мне кажется, самый главный подарок в жизни каждой семьи. Я бы очень хотела мирное небо над головой. А как девушка – много цветов. Этого достаточно. Ну и чтобы меня любил мой муж. Тюльпаны очень люблю. Но если будут лилии, тоже ничего.